Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу АТВ науково-популярна передача «Точка росту». Я її ведучий, доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановна громада, сьогодні ми з вами поговоримо про діяльність органів місцевого самоврядування, а саме поговоримо про законодавче забезпечення діяльності місцевого самоврядування. До розмови ми запросили нашого постійного експерта, кандидата економічних наук Валерія Івановича Борзунова. Добрий день, Валерій Іванович. Добрий день. А також я із задоволенням представляю заслуженого економіста України Марка Абрамовича Берфмана. Добрий день, Марко Абрамович. Шановне товариство, наша громадська організація стала ініціатором проведення круглого столу, який ми провели разом з Сумською обласною радою. Круглий стол був присвячений проблемам законодавчого забезпечення місцевого самоврядування. На круглому столі були присутні керівники Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради, зокрема, тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації Марченко Олександр Олексійович, також був директор департаменту економічного розвитку, торгівлі, облдержадміністрації Сітак Олександр Михайлович, головко Тетяна Іванівна, це заступник голови обласної ради. Також були депутати обласної ради, голови комісії, були експерти і були науковці. На цьому круглому столі обговорювалися проблеми законодавчого забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, і головною доповіддю була доповідь Марка Абрамовича Берфмана з цього питання. Тож, перше питання саме до нього. Марк Абрамович, у чому сутність пропозиції, в чому, власне кажучи, полягає проблема, і що ви пропонуєте? Основна задача, яка стоїть зараз перед Україною, это задача развития. И для решения этой задачи необходимо иметь соответствующее законодательство. Таким законодательством еще в 2005 году должен был стать закон об основах государственной региональной политики. Этот закон, многострадальный закон, прошел очень трудную стадию согласования и переделок многочисленных. Сначала в 2009 году была принята концепция этого закона, затем в 2011 году была окончательная редакция утверждена и рассмотрена Верховной Радой. Осталось второе чтение этого закона. И, наконец, в 2015 году было принято по сокращенной, подчеркиваю, по сокращенной процедуре этот основополагающий закон. И я должен сказать, что закон принят в таком виде, что он вместо того, чтобы быть двигателем развития, регионального развития Украины, превратился в ее тормоз. И именно задачу обратить внимание людей к тому, что этот закон и многие другие законы, касающиеся местного самоуправления, стали, опять-таки, не рычагами развития, а препятствием для дальнейшего развития Украины, и было то, что мы обратились с предложением в областной совет. В чем же заключаются эти, очень коротко, недостатки этого закона? Первый из них, мы сравним с вами проект закона с самим законом. Если в проекте закона было черным по белому записано, что объектом региональной политики служат взаимоотношения центрального правительства и регионов, и что регионы являются разделением Украины по признакам исторического, экономического и прочих факторов развития, то уже в самом законе написано, что это территория областей и автономной республики Крым. Тем самым регионы как бы выбыли из
проекта децентрализации. Таких примеров можно привести очень много. Наряду с регионами появились понятия микрорегионов, макрорегионов. Микрорегион – это часть региона, макрорегион – это совокупность нескольких целых или дробных частей регионов. К чему может это привести, к чему это уже приводит? Что сегодня, если по желанию какого-то депутата или по желанию какой-то партии в регион направлены какие-то средства на развитие, то эти средства на развитие автоматически засчитываются как составные фонда регионального развития. То есть, отвечая за все на своей территории, регион перестает быть решающим фактором и областная администрация, и областной совет. Это приводит к тому, что это уничтожает заинтересованность региона в своем развитии. Дякуємо. Шановне товариство, виступ Марка Абрамовича, який пролунав на круглому столі, ми опублікуємо на сторінці у Фейсбуці громадської організації «Фонд регіональних досліджень» та на сторінці Центру сприяння регіональному розвитку. Повірте, дуже цікавий, аргументована доповідь. І кому цікаво, ви можете повністю з неї ознайомитися. Валерій Іванович, ваша точка зору щодо цієї проблеми. Ну, я свою точку зрения на этом круглом столе высказал. И если коротко, то она состоит в следующем, что с моей точки зрения, вот ключевому понятию, о котором сказал Марк Абрамович, развитие, нужно подходить не только с точки зрения написания какого-то закона. Законы или система законов – это имплементация, это инструмент только. А развитие определяется, я убежден в этом, соответствующими проектами. То есть должен быть проектный подход к разработке законодательства. Закон должен вытекать из проекта развития. Этого, к сожалению, у нас такого экономического подхода нет. Вот я приведу несколько примеров, даже конкретных из того законодательства в сфере региональной политики, о которой мы говорим. Ну вот пример, допустим, первый. Законом объединения территориальных громад основное ключевое понятие – это понятие самодостаточности. Что такое самодостаточность? Это экономическая категория. То есть регион, территория, громада должны иметь такой потенциал, чтобы его макроэкономические показатели, типа там валовый региональный продукт, там, допустим, средняя заработная плата и так далее, они обеспечивали достойный уровень жизни. Вот можно считать самодостаточным регион или территорию, объединенную территориальную громаду, где средняя заработная плата меньше $5 в сутки, то есть ниже порога бедности. Вот я не понимаю такой самодостаточности, но тем не менее это делается в соответствии с законодательством. Вот пример это о чем говорит? Прежде чем создавать какую-то территориальную громаду объединений, нужен иметь на столе проект, который делает технико-экономическое обоснование этого объединения и определяет какие-то параметры в развитии будущего. Там второй пример приведу, допустим, там вот нашумевшие эти пенсионные реформы, медицинские реформы и так далее. Что самое главное в секторальных реформах? Это экономика, их привязка к развитию экономики. Но нет экономики – нет денег, нет денег – нет никаких реформ. То есть если мы говорим о том, что в медицинской реформе, допустим, определен на год 370 гривен по первичной медицине, а мы стремимся в Европу, то в Европе это показатель $3600. То есть отрыв секторальной реформы, в том числе, допустим, медицинской, от развития экономики, отсутствие такого проекта, привел к тому, что у нас медицинская реформа не критикует только ленивый. Вот я высказал такую точку зрения. Мы должны разработать, допустим, проект регионального развития и отсюда определить те требования к законодательству, которые позволяют этот проект реализовывать.
Дякуємо, Валерій Іванович. Марк Абрамович, тепер давайте поговоримо про сам захід. Ну, звичайно, що це не єдиний захід, на якому ми висловлюємо свої позиції. Як ваше враження? Чи сприйняті були ваші ідеї? Ну, взагалі, розкажіть про ваше враження про цей захід. Ну, впечатления достаточно противоречивые. Причем, что самое интересное, что все, что говорили люди, это было правдой. Так оно и есть на самом деле. То есть фотография того, что происходит в стране, дана достаточно полная и достаточно честная. Но важно другое. Важно, что очень многие говорили таким образом. У нас есть масса законов. Давайте сначала добьемся их выполнения, потому что мы и их не выполняем. А тогда, когда станет лучше, давайте сделаем все правильно. Никогда не станет лучше. И это очень легко проиллюстрировать на основании, допустим, изменений в закон о местном самоуправлении. То, что произошло за последние годы с законом о местном самоуправлении, можно без всякого преувеличения назвать просто уничтожением такового, особенно на региональном, то есть на областном, районном уровне в Украине. И давайте посмотрим на избирательную систему. Закон о выборах в местные советы 2015 года. Я думал, что в Сумской области это случайно, что 20% районов остались вообще без своих депутатов. Ни одного нету. А в некоторых районах по отношению к количеству населения депутатов в два раза больше, чем в среднем по области. Это связано с абсолютно нелогичным подходом. Если к этому добавить партийную власть над депутатами, которая вообще ни в какую логику не вкладывается, то практически это привело к тому, что умеющие и знающие люди, они совершенно не хотят быть престижными, так сказать, лошадками к воле центральных партийных офисов, которые в любой момент могут решить его судьбу, вплоть до того, что они могут его лишить депутатского мандата. От этого и качество местного самоуправления, и решения, которые принимаются этими органами, конечно, очень серьезно пострадали. Я думаю, что без изменения прежде всего законов всех о местном самоуправлении и администрации, без этого никуда не деться. Поэтому утверждение, что давайте, ребята, работать и достигнем успехов с тем законодательством, я совершенно не могу понять, что мешает выполнять те законы, пока они есть, и вместе с тем напряженно работать над их совершенствованием. Думаю и подозреваю, что это связано с тем, что центральные органы власти Украины не готовы работать на партнерских условиях с регионами и с местным самоуправлением. Поэтому схема «я начальник, ты дурак» будет процветать и впредь, пока эти законы не поменяют. Валерий Иванович, ваша точка зору щодо заходу, ваше враження від саме цього заходу? Ну, дійсно, я повторю цю фразу, що сказав Марк Абрамович, неоднозначне відношення. З одної сторони, само по собі, що такий розговор состоявся, і на ньому присутствовали і експерти, і научні працівники, і представители обласної адміністрації, і совета, це хорошо. По крайней мере, хоч є розговор. Идет, ну, если не дискуссии, то, по крайней мере, высказывание. Это первое. Второе. Мне очень вот, не понравилась вот эта тенденция о том, что, повторюсь, опять как Марк Абрамович сказал, что надо работать в рамках того законодательства или того поля, которое нам спустили сверху. Вот я приведу пример еще, допустим, один. Нам сверху спустили стратегии 2020 развития Украины там, до 2020 года.
В результате этой стратегии или попытки реализации этой стратегии мы на конец 2017 года имеем валовый продукт на душу населения $2185. Это уровень Нигерии. Так мы должны работать в рамках этого поля, в рамках этой стратегии или задуматься, в чем дело, почему множество законов для реализации этой стратегии привели нашу страну и регионы в полунищенское такое состояние. То есть, на мой взгляд, это абсолютно неправильный подход. И нужно думать о законодательстве, которое позволяет реализовывать стратегию роста. Какого роста – это второй вопрос. Но мы должны иметь какие-то показатели, куда мы должны стремиться. Это раз. Второе, нельзя делать законодательство автономное. Вот это давайте сделаем закон о региональном развитии, это закон о медицинской реформе, это закон о пенсионной реформе и так далее. Все законы настолько взаимосвязаны и все настолько привязаны к модернизации и развитию экономики, что это должно быть пакетная разработка законодательства для достижения каких-то целей. И третий момент, который мне тоже не понравился, хотя это честно сказали многие, в частности, допустим, Березин отмечал, проблема кадровой политики. То есть вот такое отношение или такие решения, которые принимаются на региональном уровне по объединению территориальных громад, по отсутствию проекта развития территориальных громад, по непредоставлению или просто соглашательская такая политика с тем, что спускается сверху. Это, с одной стороны, вот приспособленчество, я могу так сказать, а с другой стороны, это, наверное, непонимание сути устойчивого развития. Вот у нас сегодня кадровый голод на специалистов, которые понимают, а в каждый должен развиваться регион. И чем мы дробим региональные громады, тем меньше специалистов таких есть. Вот три момента получается. Отсутствие проекта развития, отсутствие пакетного законодательства, да еще и кадров у нас нет для того, чтобы нормально развиваться. Дякую, Валерій Іванович. Марк Абрамович, ми зараз переходимо до фінальної частини нашої передачі. Вона традиційна, це наші пропозиції. Я би хотів ось так сформулювати до вас питання. У нас, ми з Валерієм Івановичем часто їздимо по області, по периферії, і останнім часом у нас розмови розвиваються по одному і тому ж сценарію. Нам розповідають про трагічні ситуації, ось неможливо щось зробити, щось покращити. Ми тоді говоримо, так що ми поїхали, все, значить, неможливо. Ні, люди хочуть дійсно змін, але говорять, ну а що ми можемо зробити? Що робити? Ви на круглому столі сказали. От. А які ще у вас думки з цього приводу, що робити зараз для того, щоб те, що ви пропонуєте, до речі ж, на круглому столі не було ніяких критичних зауважень щодо змісту доповіді. Що зробити для того, що ви пропонуєте, стало реальністю? Я твердо уверен, що реформувати Україну прийдеться знизу вверх. Знизу вверх. Поэтому нам необхідно прежде всего сделать участниками местного самоуправления всех жителей городов, районов, областей и так далее. Это должна быть единая команда, которая будет над этой проблемой работать. И начинать готовить эти кадры не надо тогда, когда человека уже сделали депутатом или сделали руководителем. Я считаю, что необходимо со школьной скамьи, а уже в вузах в обязательном порядке, особенно в таких вузах, как педагогический, как медицинский факультет, то есть люди, которые поедут на периферию и будут там работать, сделать из них специалистов по местному самоуправлению. Если в каждом территориальной громаде или в какой-то другой появятся люди, которые хорошо понимают баланс властей всех уровней, хорошо понимают стратегии развития, хорошо понимают механизмы развития, то тогда будет достаточно паритетное сотрудничество с центральной властью. Именно то, что вот
вы сказали, что не было замечаний. Замечаний не было, потому что я осветил 5 вопросов, каждый из которых достоин того, чтобы обсуждали несколько часов и не один раз. Но дело в том, что среди, и это очень большой плюс проведенного круглого стола, что среди всех людей были конкретные совершенно положения и замечания к некоторым нашим законам. И необходимо вот это развивать. Я думаю, что нам такую встречу, как в областной раде, надо было бы сделать и в городах, и в районах, и собирать актив, всем разъяснять, насколько важно для области, и в конце концов выработать общую, консолидированную, независимости от партийных симпатий, позицію в області, о том, як управляти областю. Дякую, Марк Абрамович. Валерій Іванович, ваші... Ну, я коротко повторю то, що я вже говорив. Я вважаю, що зараз потрібно взяти якесь головне звено і попытаться за це звено витащити всі ці проблеми. У мене немає уверенності к тому, что это предложение или этот проект поступит нам сверху. Ну, не доверяю это. Мне кажется, надо сейчас принять решение на областном совете и совместно с администрацией и попытаться разработать стратегию развития региона в связке с отдельными, может быть, территориальными громадами различного уровня. Вот выработать стратегию развития региона. Если бы каждый регион имел такую стратегию, у нас бы появилось и видение и по Украине. В конце концов, экономика же делается не в Киеве, а делается здесь, в регионах. И от этого проекта сформулировать требования, а что мы видим в законодательстве, и что мы видим должно делаться на уровне центральной власти. Вот с такими требованиями выходить тогда на уровень какой-то Верховной Рады, Кабинета министров и так далее. Просто выдавать замечания, предложения по закону отдельному или второму. Ну, наверное, надо, но это настолько трудный и тяжелый путь, что я не очень уверен в эффекте. Ну, а я, Володимир Іванович, не поділяю ваш песимізм, я оптиміст, думаю, наша громадська організація і місія, ось такі ідеї, які запропоновані Марком Абрамовичем, втілити в життя, надаючи усіляк організаційну, і не тільки організаційну підтримку, інформаційну та інші форми підтримки. Шановне товариство, сьогодні в ефірі телеканалу АТВ на передачі «Точки росту» ми поговорили про проблеми законодавчого забезпечення місцевого самоврядування. Йшлося про круглий стіл, який провела Сумська обласна рада разом з громадською організацією Фондом регіональних досліджень. Дозвольте від вашого імені подякувати і Валерію Івановичу, і Марку Абрамовичу за участь у передачі і головне за небайдужість, за те, що ці люди намагаються зробити так, щоб ситуація у нашій країні стала кращою, щоб ми від апатії та зневіри перейшли до якихось активних, конструктивних та перспективних дій. Сподіваємося, що вам було цікаво. До побачення.